Привет! Сегодня я покажу вам, как приготовить сладкую рисовую кашу с ванилью. Вы можете приготовить ее как на завтрак, так и на десерт в виде рисового пудинга. В этом рецепте нам понадобится сок одного апельсина, сладкий японский рис, ванильное растительное молоко, кокосовая стружка, измельченная корица, кленовый сироп, цельная корица, стручок ванили, растительное сливочное масло и манго. Перед началом приготовления замочите 1 стакан сладкого японского риса в воде на 20 минут. Теперь натираем цедру одного большого апельсина. Очень важно стереть только оранжевую цедру, а не белую, которая идет после нее. После этого выдавливаем сок. Теперь включаем плиту и в сотейник с толстым дном выливаем 2 стакана ванильного растительного молока, кладем ваниль, корицу, а также 50 грамм растительного сливочного масла. Когда жидкость почти начнет кипеть, добавляем 1 стакан замоченного сладкого риса и перемешиваем. Доводим до кипения, уменьшаем огонь на минимум, добавляем цедру апельсина и снова перемешиваем. Варим на слабом огне 15-20 минут, периодически помешиваем, чтобы масса не перегорела. За это время жидкость должна впитаться в рис, а рис стать мягким, но не слипнуться при этом. В конце добавляем 2 столовых ложки или 30 грамм кленового сиропа, накрываем крышкой и снимаем с огня. Оставляем в стороне на 10 минут. В это время нарезаем манго. Когда каша постояла, она должна быть кремовой воздушной консистенции. При этом рис должен быть не разваренным и не слипшимся. Выкладываем кашу в тарелку. Выкладываем манго сверху. Посыпаем кокосовой стружкой, корицей, поливаем соком апельсина и наслаждаемся.